Приветствую всех, дорогие друзья, и нас встречает с вами очередное пати. В этот раз Макмиван. Это плохо, потому что это признак именно хороших сурвов. Это признак не нубов, и здесь придется потеть. Либо меня сейчас просто заведут в 10 секунд. Вот о чем я и говорю. Особенно те потом, те, которые потом стоят перед палеткой и типа смотрят на мана, это те, которые вышли именно его унизить скиллом. Раз на раз давай. Так что здесь, я думаю, повеса 2. Максимум 4. Не-не-не, они даже... Не. Тут можно просто альт F4, вопросов тут нет никаких. Потеть я против них не собираюсь. Да я в принципе в этой игре потеть не собираюсь, потому что на победу мне здесь абсолютно наплевать. Но это вовсе не значит, что я не имею права поныть. Потому что именно за нее в ДВД и ставят лайки. Ну, посмотрите под этим роликом соотношение лайков и просмотров, и вы поймете, что это так и есть. Ой, да что это пиздец. Это можно просто остановиться и все. Заводите. Ну, давайте одну жертву выберем. Это эйс пускай. Пускай бедненький самоутверждается. А эти пускай заводят. Против сурвов не обезьян. Вот... Нормальных, умных сурвов, вот которыми являются вот эти сурвы. У 90% манов шансов нет. Все, что нужно знать про Dead by Daylight. Тем людям, которые именно хотят проверить свой скилл. Вот пока один сознанием дева водит по текстурам. Три генератора даются. Я вам даже больше скажу. Вот пока я этого эйса повешу, у меня, скорее всего, останется один ген. Я целенаправленно пойду именно за ним, и показав вам, продемонстрировав ярким примером, что если сурф с мозгами, он переиграет любого мана. Даже при том, что ман не ошибается. Это сразу было понятно по подношению. Три подношения на общий фарм и Макмиллан. Это пати. Причем пати именно задротов, которые живут этой игрой. Все, пока я его доношу до крюка, у меня минус еще. Давай. А вы играете, да, вы воспринимаете эту игру серьезно. Конечно, конечно. Мэня пеших манов. И говоря, что нерфы этих манов тиров 1, что их до такой степени уже извратили, что там нет никакого тир 1. Они уже тир 2. А все остальные в тир 3 переехали. Говорят, что эта игра интересная. Что здесь есть ММР. Что здесь есть баланс. Я ничего не говорю. Сурвы превосходные. Сурвы умеют играть. Но это вот пати, которая умеет играть на Макмиване. Пеший ман это не обыграет. Это невозможно. Я не сделал ни единой ошибки. За этого не месяца. Так прикол в том, что 90% манов именно вот так и будет. Рин, Мор, Нюрса, там Палач. Чума, да. Они как-то смогут. А вот это вот что это такое? Это нормальная игра, да? Постарайтесь, потейте дальше, ребят, да. И говорите, что почему
почему ты не играешь в ДБД? Правда, да. Давай, давай, пожалуйста, Эйс, выходи. Я понимаю, да, что вы сорвы с мозгами, да, что вы просто вот тупо зашли и все. Они абсолютно любого это мана так снесут. Пошел отсюда, ё-моё. Не разводи вот это время. Все, все, до свидания. И что? Это, по-вашему, нормальная игра? За всю катку ни единой ошибки. Ни единой. Они просто с закрывашками. И при этом они просто вот зашли в Макмиллан, все, бабах и все, и нету. И просто нету. И... Вот, 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 вот. Я с ними абсолютно согласен. Я с ними абсолютно согласен. Конечно, для них это easy, good luck next. Естественно, потому что это вот задроты, которые живут именно этой игрой. Вот я не знаю, запишется этот... как он называется? А, так у них еще... У них еще профиля закрыты, да? Я хотел бы просто посмотреть, что это за типы. А давайте ради шутки. Вот ради шутки просто М4 накидаем. Посмотрим. Да не надо мне их блокировать, отстань, игра. Ну я, конечно, я не говорю, что они читеры, нет. Я говорю, что это просто вот яркий пример того, что вот попалась пати, которая именно вот живет этой игрой, которая именно задротствует в эту игру. И все. И все. Оно натянет всех. Оно и натянет и Нерсу, и Мора, вообще кого угодно. А вы дальше, ребята, старайтесь, потейте в эту игру, думая, что задротство за определенного мана здесь что-то значит. Что здесь реально есть баланс. Эта игра просто говнище. Просто говнище. Ее смотрят только лишь из-за того, что людям нравится смотреть на человеческие страдания. Вот и все. Лайк, комментарий, подписка. С вами был Видеотекарь. Всем пока.